Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас температура минус 35 за бортом. И ощущается как минус 40. По-моему, отличное время, чтобы погулять. Вам так не кажется? Я и решил. Погуляю, поделаю работу какую-нибудь. Поехали. Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас температура минус 35 за бортом. И ощущается как минус 40. По-моему, отличное время, чтобы погулять. Вам так не кажется? Я и решил. Погуляю, поделаю работу какую-нибудь. Поехали. Первым делом пойду в погреб за картошкой. Пришли. Вход немножко засыпало. Сейчас почищу это. Откопал, заходим. Вторая дверь. Уф. Вот это осадок. Ну вот тут, как видите, морковка, картошка. Там еще картошка. Вот я и решил подышать свежим воздухом, холодным. Люблю такую погоду. А вот эта сосулька — наша местная достопримечательность. Вон какая огромная уже вымахала. Конденсат с трубы падает, и она вырастает. Как думаете, до конца зимы она вырастет до самой трубы? Я думаю, да. Будем следить. Руки так обмораживаются, пока камеру держу голыми руками. Вас подписка и лайк за это. Ну а сейчас немножко по видам просто пробежимся этой красоты. Ветки как рога у оленя. Ну и немножко прогуляемся по пейзажным местам. Ну а на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите новые идеи для видео. Всем буду рад. Пока!